Мои зайки сидят, чего-то ждут. Ну что вы ждете? Я вам арбузик принесла. Ой-ой! А кто это такие за дикие звери накинулись на арбуз? Вы видели такое чудо вообще? Дикий крыс Емельян. Вкусно, что ли? Похоже, да. Вкусней, да? Ай, Емельяну, как вкусненько. Это тоже вкусненько. Вкуснотища. Ням-ням. Вылезайте из своего гамака. Идите, ешьте арбуз вон. Все, не дам вам так больше, то вы так аж напугали меня, как схватили его. Как дикие звери, я аж подпрыгнула. Ну, найдете по запаху арбуз? Мыться вздумали, да? Идите ищите, где арбуз? Емелечка, где арбуз? Иди ищи. Вот, смотрите. Тук-тук-тук. Вот, смотрите, тук-тук. Кто сегодня поплывет, наевшись только арбуза? Ой, будет клетка вся в лужах. Помню, Казя с Савой так тоже наелись арбуза. И потоп был. С гамаков аж текло. Сладкий арбуз, да, вкусный. Я тоже ела вкусненько. Так уже схватили от жадности. Ну, правильно, год не ели. Помню еще, когда Сава и Казя были. Тогда только ели, когда были маленькие, но уже забыли. Интересно, вы бы умяли весь этот арбуз? Не знаю, можно ли вам столько много давать арбуза? Не вредно, нет? Я думаю, они столько не съедят. Погрызут немножко, я ее уберу потом.